Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Последняя попытка добыть омуля. На что мы даже и не надеемся. О, уже все лодки сотряс, Саня уже лодку вытащил. Обе даже. Сугробов намело у нас нехило. Вот так отапливается улица. Отопление не зарыто ни хера. Нифига тут затопило, тут у них походу утечка. Че, ветер восточный же обещали, а почему западный дует? Не вытащил еще. Надо договариваться с ним, чтобы вытащил. Наш балок тоже, когда свой, потащит. Тут уже сугробы надуло. А шуги, смотри, так и нет, да, нифига. Тянется. Успевает, пока льда нету. Но нифига тут сугробы. Что, много? Нет. Нет? Ух, смотри, что-то немного. Вообще даже шуги нет. Даже не маленько. Как на Казанском вокзале сидишь. Апокалипсис. Апокалипсис. Эксплуатация Лехи в полной мере. Как всегда. Я уже устал, честное слово. Не жалуйся, греби давай. Кнут выкинул. А? Кнут выкинул. Кнут выкинул, хули. Да. Куда ты убежишь с галеры, нахуй? Вообще не знаю, куда он гребет. Вот так Леха гребет уже битый час. В надежде на то, что он поймает хоть одного омуля. Омуля мы хрен поймаем, но это точно. Какую? Всякую разную. Омуль, мельма там. Оптимист. Сиги. Тугуны. Тугуны. На следующий год, конечно. Не в этот вечер, пятница 13. Готовы к рыбалке. Опа! Оба-на! Вот это да! Че ты это, давай мне веревку. Я пока ее мотать буду. Как-то нас это, Леха. Развернуться надо. Бортиком.
Смотрим, как мы закончим сезон на омуле, да? Конечно. Который так и не начался. Походу мы омуля вообще в Енисее больше не увидим. Байкал разграбили, взялись за Енисей, да? Гады. Тянем, подтянем, вытянуть не можем. Ты готов выпутывать? Конечно. Там амулей сейчас будет, ёбабы. Не греби, не греби, нормально все идем. Держи, держи, держи. Если сможешь, отвяжи. Если рыба не пойдет, конечно, быстрее, чем ты там отвяжешь. Хреновый ветер наносной, да? Нас как-то развернуло, непонятно. Сегодня вода вообще холоднее, чем в тот раз. Да ну. Да ну нафиг, рыба, Леха. Бросай веревки к чертовой матери. Лови его быстрей. Быстрей. Есть. Омуль есть. Ты видал, да? Да-да-да. В натуре рыбачат в этом году только оптимисты, но... У них человека три, наверное, на реке здесь. Не, в каждой лодке по два. Это что? Шесть оптимистов. Вот это мы взяли с тобой, конечно. Ёпта, два часа проплыли. С лишним даже. Удачный сезон. Прям в дырочку. Оба-на! Держи его! Ты чё, Лёха, ты чё, чуть не упустил? Я его даже не заметил. Он прятался за поплавок. О, блин, нифига, ещё один! Ловил его, вон еще один, Леха, елки-палки. Все, тут все окей, тащи его, тащи. Нифига себе. Идем на рекорд. Так, давай. Кого давай? Рыбу лови. Я подсекаю вроде нормально, что-то ни хрена. Чувствуешь там привет? Вообще ни хрена не чувствую. На четверочку отработал. На четверочку. Это слушай, супер улов. Четверочка. Вот она. Вот она, рыба, Леха. Держи его. Смотри, где он там. Покусанный какой-то, слушай. Дай мне низ. Нашел его? Да это так не это. Не продернется. Нашел? Первый крупный омуль. Смотри, какой он прокусанный. Вот это да, вот это его таймень жгнул, видать.
Столько рыбы, аж спина устала, слушай. Нам еще и в угор тащить. Да, нам еще в угор весь улов тащить. Пешком. Сначала, что? С угробом. Сначала ты потащишь, потом я потащу. Можно это, с двух сторон мешок взять. Жгагара уже близко. А рыбы нет. А рыбы нет. Какой-то шальной. Блин, потерял. Хобот потерял. Окей, Google, где омуль? Все, сезон закрыт. Я в шокере. Ну слушай, 5 это уже больше, чем последний раз. Но меньше, чем первый раз. Да. Никчемная осень. Прям вообще. Понтовая. Какая нафиг понтовая. Так. Держите фитилек. Фитилечек. И как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Рыбалка никчемная. Закончили сезон омулевый. Можно сказать, который так и не начался, да? Каждым годом все хуже и хуже. Все, теперь омуля будут есть только где-то далеко. Не у нас. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. Да? Да. Yes.